Настроение в каждом движении. Тренировки по зомби всегда собирают аншлаг. Энергичные занятия для всех желающих на первомайском спуске набережной проходят в рамках физкультурно-спортивной акции «Самара в движении». Жители и гости города могут присоединиться к тренировкам под открытым небом. Каждый может найти что-то свое. Хатха-йога, стрейчинг, брейкинг, кикбоксинг. В общей сложности более 20 видов занятий, которые можно посещать бесплатно. Их проводят ведущие специалисты фитнес-клубов города. На самом деле это уникальная возможность жителям города попробовать разные спортивные направления, попробовать спорт, если они им не занимаются, да и тренироваться на открытом воздухе. Ну, это потрясающе. Зумба – это микс из элементов самбы, сальсы, хип-хопа, фламенко. Танец очень энергичный и зажигательный. Основатель направления придумал эту программу случайно в 2001 году. Хореограф-танцор из Колумбии Альберто Перес однажды забыл взять на тренировку свой плейлист. Ему пришлось заниматься под латиноамериканские мотивы. Тренировка оказалась настолько зажигательной, что танцор решил создать программу, которую назвал «Зумба», что в переводе означает «веселье, жужжание». Сегодня зумбой занимаются во всех уголках мира. Движения просты, ритмичны и задействуют абсолютно все мышцы тела. Результат – хорошее настроение, стройная фигура и крепкое здоровье. Зумба – это у нас танцевальная фитнес-программа, основанная на латиноамериканских ритмах. Да, это такая очень веселая, зажигательное занятие, да, на котором у нас люди могут просто прийти и просто потанцевать. Акция «Самара в движении» продлится до 27 августа. Расписание занятий можно найти на сайте администрации Самары. Александра Гусева, Максим Гусев. События.